Здравствуйте, друзья. Сегодня мы расскажем про такую компанию SEO, как Agent Mile, и чем они, собственно говоря, занимаются. Agent Mile – это первая в мире децентрализованная платформа лизинга коммерческой недвижимости на базе искусственного интеллекта, и их задача – упростить данную работу для брокеров, сделать ее более безопасной и прозрачной, предоставить возможность отслеживать истории покупки и продажи недвижимости и, в общем, улучшить данную сферу с помощью своих технологий. На главной страничке мы видим возможность перейти в соцсети для ознакомления с последними данными о данной платформе. Также видим, когда заканчивается ICO и сколько фондов уже поднято. А что такое Agent Mile? Видим, что описание есть краткое, с которым можно ознакомиться. Они будут предоставлять брокерам, арендаторам и арендодателям возможность публиковать свои коммерческие объекты с помощью их специального портала MLC, который основан на технологии блокчейн, и также они будут предоставлять расширенные возможности лизинга, менеджмента и отчетности, то есть все ваши необходимые для вас ранее действия по менеджменту и отчетности может выполнять персонал платформы или же искусственный интеллект платформы, что точно является удобным для каждого, особенно если у вас много проектов и за всеми уследить не всегда получается качественно. Также скажу, что компания уже имеет Agent Drive, работающий продукт. Компания на рынке с 2015 года, то есть уже опыт в данной работе, но об этом расскажу позже. Какие задачи будет решать данная платформа, данное приложение? Это возможность превращения поиска недвижимости в легкий, быстрый и прозрачный процесс. Это улучшение осмотрительности и упрощение управления имуществом и денежными потоками. Ну и, конечно же, в глобальной перспективе это способствование развитию рынка недвижимости и сделать эту сферу более прозрачной, безопасной и прибыльной. Дальше у нас есть видео, которое рассказывает про данную платформу, и представлены клиенты Agent Drive, которые работают с ними как независимые брокеры, а также есть глобальные франчайзинговые бренды, как я уже говорил, с 2015 года сотрудничают с многими из этих клиентов, то есть уже есть 4 года опыта у платформы. Дальше представлены проблемы индустрии. То, что есть сейчас такая проблема, как проверка на благонадежность. Нет полной истории недвижимости. Есть сложности с визуализацией недвижимости. Неэффективное управление денежными потоками и другие. Какие решения предоставляет Agent Mile? Это умный поиск недвижимости. Это мне понравилось очень такой новый как бы выход, как добавление виртуальных обзоров объектов. Это простой и безопасный обмен данными. Также нужно будет проходить процедуру Know Your Client. И тоже благодаря этому, я думаю, уменьшится количество неблагонадежных, нечестных покупателей или продавцов. Также можете ознакомиться с другими фичами, с другими плюсами данной платформы здесь. Почему необходимо выбрать именно нас? Ну, как я уже говорил, Agent Drive – это существующее приложение, существующая платформа, которая с 2015 года работает. У них уже 100 тысяч плюс оборотов или сделок в сфере недвижимости. Agent Mile – это более 1000 профессионалов, которые будут работать с вами, и это победитель SEO Box в 2018 году,
и Edge and Grow – это возможность развития данной платформы в более чем 20 странах. Дальше представлено сравнение коммерческой и жилой недвижимости. Почему коммерческая недвижимость лучше? Здесь тоже пункты такие, с которыми советую ознакомиться. По каждому пункту не буду проходиться, но в общем скажу, что коммерческая недвижимость – это более прибыльно, более безопасно и более надежно, чем жилая недвижимость. Если вы покупаете коммерческую недвижимость, то вы точно знаете, что вы хотите с нее зарабатывать и что вы будете с нее зарабатывать, так как на нее всегда найдется клиент. Насчет жилой недвижимости тут уже другие вопросы и как бы свои тонкости и особенности. Окупаемость коммерческой недвижимости намного быстрее, чем жилой недвижимости. Дальше что мы видим? Как развивался рынок с 6 по 18 год в разных странах. Дальше предоставлена информация о том, что делается новый интерфейс для их ПО, для ПО Ancient Mile, и информация о продаже токенов. Цена токенов 20 центов. Хардкап 20 миллионов, я думаю, его скоро соберут. Дальше у нас показано, что количество токенов 100 миллионов, которые выпускают. И что у нас дальше? Указано то, что есть баунти компания. Дальше распространение токенов. 71% будет продан, 12% на баунти советника выделено, 10% на резервный фонд и 7% на команду. Насчет распределения собранных средств, 45% на исследование и разработки выделено, 25,8% на продажи и маркетинг, 14,4% администрации и операции, 8% на партнерство и приобретение, 4% непредвиденные обстоятельства и 2,8% на правовые издержки. Дальше можем ознакомиться со смарт-контрактом на GitHub, с документами, которые могут быть вам интересны, White Paper, One Pager и другие, с Roadmap. И дальше представлена команда данной платформы. Дальше партнеры данной платформы и консультанты. В конце часто задаваемые вопросы и ответы на них. Roadshow. И возможность обратной связи с данной платформой. В завершение хочу сказать, что платформа действительно является очень интересной. У команды уже есть работающий продукт, что встречается нечасто, причем с хорошим оборотом и с большим количеством клиентов. Я думаю, что это их нововведение, улучшение, создание еще одной платформы принесет еще больше дохода и можно задуматься о инвестировании в данную платформу. Спасибо вам за внимание, друзья. Все интересующие вас вопросы можете задать в комментариях под видео. Пока.